Здравствуйте, ребята. Нам вчера опять дали воду. Вы видите, мы успели вчера ванну набрать, и тоже в который раз набрать в ванну емкость воды. Сейчас глянем, сегодня есть вода или нет. О, видите, какая струя. О. Вот так вот. Значит, есть водичка у нас. Ну, не в это время, примерно год назад воду нам отключили. Ну, так получилось, что вода исчезла. Я капельный полив провел по всему там огороду, где нужно было. Один раз полили, и вода исчезла. В этом году тоже. Думаю, дай-ка я начну, сейчас покажу. Начну капельным поливом заниматься. Начал капельным поливом заниматься. Вот эти вот шланочки проверил. Вот они. И воду опять отключили нам. Ну, исчезла вода в кране. Вот. Сегодня, думаю, опять займусь. Но обещают, больше не будут выключать. Значит, дело в том, что в прошлом году я же вот пролежала все лето, ждали, будет этот капельный полив. Так мы его не дождались, этого капельного полива. Я так все собрал осенью, эти шланги собрал. Разобраться с ними не было у меня сил, потому что я заболел сильно. И вот это все бросил, вот это все скомканное вот здесь вот валялось. Немножко сейчас вот разобрался, трубки поубирал. Вот. Я же в этом году начал тоже, думаю, дай-ка начну, нужно посеяли там же, думаю, дай-ка начну капельным поливом заниматься. Только один день, я же вот эти вот шланги, вот эти вот, что вот лежат, вот видите. Начал их проверять, вот. И на следующий день, хоп, у нас уже воды нет, не стало воды. Ну такая, какая-то нехорошая примета, как только капельный полив, возьму за капельный полив, так и вода исчезает в кране. Но ничего. Думаю, что теперь все наладится. Надо с вот этой кучей сейчас буду разбираться с капельным поливом, потому что, ну, надо, раз вода есть, надо его прокладывать, надо им пользоваться. Денежки уплачены за это все. Так что сейчас я буду вот это дело потихонечку вытягивать, пересматривать, потому что мало того, что они лежали лето без воды, вот, и потом зиму вот здесь вот валялись, вот такие комканные, разворачиваю, начинаю включать, и она на вот этих изгибах, вот, начинает на изгибах, на вот этих, вода начинает, шланги вот эти вот полопались кое-где, значит, теперь их надо тут повырезать, где нужно, прокласть, и потом соединять специально ремонтными такими с этими соединителями. Так что сейчас я этим всем и займусь. Подключил я. Вот, кран открыл. И теперь смотрите, что делается. Вот она лопнута. Шлангетка. Вот она струя, видите, идет. Вот она идет. Вот там идет. Там вся такая, вот тут, по-моему, просто капает, да? Значит, сейчас вот это, что я сделаю, в этом месте вот обрежу ее, вот, обрежу, и все. Это вроде сейчас нормально, а это пойдет на ремонты. Так, все. Перекрываем. Сейчас ножницы и отрезаем. Проверка, 4 штучки выбрал. Нормальных. Вот эти сейчас сюда. Это все на запчасти. Вот это все запчасти. Запасные части. Так. Я подключил уже. Сейчас посмотрим. Вон он. Пошла шланочка у меня. Сейчас покажу. Капельный полив свой. Вот так вот. Вот какой тюльпанчик красивый. Thank you.
помидорки здесь. Вот они, это помидорки, это капуста. Погуще сделал капельный, чтобы она пропиталась. А там же семена. Ну, кто подписан, тот видел, как и что тут у нас сделано. Вот так, чтобы скай прокапает. Вот, есть уже забились, они места, видите. Тут не капает, тут не капает, тут не капает. Ну, ничего. Это где-то было уже. Может, забилось отверстие. Потом поставлю сюда ремонтную. Вот такую ремонтную поставлю. Мне есть все-таки, вот если где-то шланг, трубка, как она, лента. Где-то она пробивается или лопается на изгибе. А потом начинает травить. Вот, и есть специально вот такие вот ремонтные. Ремонтные я купил. Ну, можно самому заделать. Я как-то показывал, как я делаю вот это все. Трубки вставлял там, подматывал. Это все можно. Ну, есть заводские, значит. Попались, я купил. Капает нормально. Сейчас вот это вот. Оно я тут на бугорочек, тут каким-то таким корыцем, как я всегда говорю, прокапает. И оно туда вода пойдет. Покапает она. Вниз пойдет водичка, семена будут прорастать. Может быть, даже и дождик пойдет, вон тучки какие-то. Да так ходят, крутят и крутят, вертят. Соседом уже какой горох, вот, и редиска. Ну, у нас пока только начинает. Ну, ничего страшного. В общем, вот так вот сегодня я начал делать капельный полив. Ну, а что будет дальше, ребят, то мы увидим. Капает нормально. Давление хватает на 4 рядочка. Даже, может быть, при таком давлении на 6 хватит. Ну, посмотрим, короче. Начало есть. А вы пишите, ребята, в комментариях, как вы поливаете, пользуетесь вы капельным поливом или нет, как, что. Будет интересно почитать. Вот эта лента десятка. Вот так вот. Сейчас это надо будет, тут сейчас пройду. Огурчики, потом надо будет сюда тоже ленту покласть, да? Ладно, будет видно. Будет видно. Будет видно.